За 20 лет службу занятости посетили 950 тысяч зауральцев. Найти работу смогли больше половины обратившихся. Обучение прошли 50 тысяч человек. Более 100 тысяч приняли участие в общественных работах. Сегодня сотрудники центров занятости вспоминали самые тяжелые годы своей работы. 1996, когда безработными в области были 40 тысяч человек, и кризисный 2009, на бирже стояли 20 тысяч. Максимальное количество безработных у нас было 1995-1996 год. Когда рушились практически все предприятия, организации, это максимально. Там уровень безработицы доходил до 6%, официальный уровень безработицы. А здесь у нас официальный уровень безработицы максимально достигал 4,9%, это в апреле 2009 года. То есть нет, пика мы не достигли в этом году, потому что уже, ну я говорю, что образовалась система и образовался опыт. Поэтому здесь более, как бы сказать, ну мягче обошли вот эту ситуацию сложную. Сегодня официально нетрудоустроенных зауральцев 11,5 тысяч. Справиться со сложной ситуацией помогли антикризисные меры. Безработные проходили переобучение, получали деньги на открытие своего дела. Самое страшное, наверное, в семье, кормильцу семьи, потерять работу, потерять доход. Это какая-то некоторая возникает безнадежность. И вот здесь как раз служба занятости, тот орган, который помогал. Он помогал не только тем, что выплачивал пособие по безработице, но помогал получить новую профессию, помочь трудоустроиться. Это для человека очень важно. В службе занятости населения Курганской области работает 460 человек. 167 из них наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Уважаемые коллеги, сотрудники службы занятости населения, ветераны, партнеры по рынку труда, примите искренние поздравления со знаменательной датой 20-летием со дня образования службы занятости населения Курганской области. Желаем всем вам здоровья, хорошего настроения, личных и профессиональных успехов, благополучия и удачи. Спасибо. Юлия Король, Андрей Глазырин, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион 45».